чтобы играть в это смутное время. В игры с открытым миром. На C нажимаем. Ведьмак, дикая охота. Нет, чтобы сюда сундучок какой-нибудь положили, либо как в Скайриме. Сейчас утонет, пока нам карту показывают. Ай. Во. До края земли добрались.
Да. Е, чтоб наш, чтоб контейнер открыть, нужно найти Е. А здесь пусто у нас, а здесь не пусто. Ура, золото. О. Так, а здесь еще. Активировать, взять в руки, убрать R, меню персонажа, прыжок, спринт, крит, красс, бег. А как это вот парировать? Автодвижение C и избранное. Быстрое сохранение, быстро заждать, журнал, система, вкладка, снаряжение и инвентарь. Магия. Навыки. Карта. Автодвижение. Бег. Спринт. Прыжок. Тут вообще нет удара. Перестаньте махать. Здесь у нас что? Кружка. Так. А вот. Блокировать удар. М2. Низший запас сил. Дверь заблокирована с другой стороны. Жаль. А там тоже заблокирован.
заблокировано с другой стороны. Окейушки. Как мы быстро. Это. Мы быстро. Ой. Устаем быстро. Почему-то. Легкая броня. 100, доспех 23. Имперская 25. Но выглядит как тяжелая. Меховые перчатки. Доспех 6, а имперские сапоги 7. Вот открытый мир. Он закрыт до каких-то пределов. От каких-то до каких-то. Что-то такое. Труп, что ли. Так. Пепелище. Это грустная история. Идет хранить. Сначала сбежал в самый неподходящий момент. Теперь опять сбежал. Вот здесь можно идти. Лекарственные травы собирать. Средь дубравы. Собирает все подряд самый дружный наш отряд. Вот. Тяжелый случай. Вот так лучше, конечно. Kingdom.com. Одно слово. Вот. Здесь сценарий нужно пройти, а потом мир станет доступнее. Одиссея. Кредо Ассасина. Почему мы так передвигаемся? У главного героя схватило живот.
настройки. Чувствительность мыши, чувствительность при прицеливании. А где? Где клавиши-то? Управление. А, спуститься, пригнуться, свистнуть, призвать скакуна. Лодочки кататься. Территория недоступна. А эти акулы доступны. Ну чё нам не свистнуть этот панцирь и шлем? Так нет. И щит хорошо бы нам. Ну нифигусечки. Такая подлость. Нажал и дубль В. Быстренько из моря, пока акулы не скушали. Так, а если С, о, пригнулись. А что там у нас? Этот самый. Как его? Логово циклопа. Вот здесь наши обидчики. Мы не можем с ними справиться, потому что... Ой. Потому что у нас нет щита. Одного охранника там с противоположного входа убили. Там можно освободить львов из клетки, и тогда может быть. Хочется взять это логово циклопа, потому что обещают клад. За это. Что-то начинается. Используйте снаряжение.
даже посидели. Звать скакуна. А у нас есть стрелы, есть, а лука нет. Лука у нас. Список гравировок. Сумка. А, нам нужен 5-й уровень, чтобы воспользоваться луком. Рекурсивный лук и наоборот репчатый. И тогда мы им наваляем. Но это уже будет совсем другая история. Пока мы зассали в кустах. Assassin's Creed Одиссея. Открытый мир. Вот, можно на лодочке покататься. Поубивать тут всех. Такая прелесть просто. Mount and Blood 2. Banner Lord. Староста Тарас. Взаимодействие с этим человеком отключено на этапе обучения. Обалдеть. Вернуться, настройки, выход. Все в тумане. Вообще. Ура, мы ломим. Гнутся шведы. Бух. Здесь конь у нас и все дела. Бух. Вы покидаете территорию. Ну, видите, везде какие-то ограничения. Это называется открытый мир. Безобразие. Не дают разгуляться. В тумане. Вот такой открытый мир. А что делать? Бух. Двери, как всегда, закрыты. Не выйти, не войти. Тяжелый случай.
то слово Mountain Blood 2. Пять игрушек посмотрели с открытым миром. Witcher, Wild Hunt, Дикая охота, Ведьмак 3, Skyrim, Kingdom Come Deliverance, Assassin's Creed Одиссея и Mountain Blood 2 Bannerlord. Продолжение следует.